какой-то там подземелье. Я даже название забыл. Так, я буду дровосеком. Хочешь, я могу монахом, кстати, быть? Или ты была монахом? Да, ты была монахом. И что? А, у меня монах закрыт. Вот ученые в шапке. Всякую сошла не будет. Не забудь переименовать. Да. Как, кстати, назвать его что-то? Ясно. Хоть будет дровосек. Он и будет. Кстати, ученый я или ученый? Я не знаю. Да пусть будет ученая. Да, я готов. Розамон, королева Фарула. Генератор хаоса. Кстати, не было этого. Было. Текст. С названием. Было. Это прошел около, что ли? Ты о чем? Ну, мы когда запускали. А, нет, я не прощелкивала. Его не было. Это... Я поняла, о чем ты говоришь. Я просто почему ты такой Розамон, королева Фарула. Я думала, ты про вот этот говоришь. Не-не-не-не-не. Именно вот название, нет, где. Не было, не было, не было. Я не щелкала. Это даже название этой компании. Да. Так, ладно. Генераторы хаоса сеют разрушение из самых темных уголков Фарула. Найдите и уничтожьте, каждый из них. Все. Это как бы все. Доска заданий. Ой, уменьшить хаос есть на доске заданий. Давай сразу его возьмем. Потому что. Уменьшить. Ну, предмет. Шапка из фольги, но я бы лучше все-таки уменьшила. Я, короче, беру уменьшить хаос. Ладно. Там, интересно, какого. Смотри, три города сразу прям рядом. Ага. Ну, чел первого уровня, потом мы сначала подкачаемся, а потом будем уменьшать. О. Шнары. Ого, рынок. Ничего себе, нормально так. Ржавый меч. Палки на скорость. Как много классных вещей, которые теперь, к сожалению, не для моего персонажа. Ну, кстати... Лагерь гоблин-лучник. А, ты достаешь? Не понимаю. Да, достаешь. Вроде бы. Пойдем в лагерь гоблин-лучник. Ну-ка, а что ты? Я не достаю. В смысле, не достаешь? А. Смотри, достаю. А, это из-за того, что он лучник, поэтому он как бы сам... Или не достаешь. Раз, два... Не, ну на три, видишь? Три. Так достаешь или... Достаю. Тихо, иду. Да. Сава. Мне что нравится. Черт меня дернул играть этим персонажем. Что с него метла торчит? Тут как нужно, чтобы прокнула черная дыра? Что надо делать? Просто рандомно. То есть она вообще при любом... Ну, чаще она... По моим заметкам, она прокала на базовой атаке. Ну, самая первая после там побега. Все стандартные.
Но ты... Так, наверное, просто чаще всего ее использовал. Ну да. Ну, я поэтому говорю просто по моим наблюдениям. А так, вам при любом тайпе. Опять я его могу купить. Ну, понятно. Волшебный персонаж. Они мне всю руку искололи. Я буду, короче, своему персу скорость скачу. Качай. Господи, мы гелим. Это да. Божество. О, силы. Экипировать. Есть свиток определения или открыть? Да, открывай. Ну смотри, у тебя чел 10 HP, как бы, если это мимик, то мы попрощаемся с челом. Не попрощаемся. Не себе. Талант. И удача. Возьми себе. Ой, что сделать-то? Найти, пройти по длине. Проклятые земли. Ага, понятно. У меня бабка есть нулевого уровня. Давай я к ней подойду. Давай. Скорее всего, лучник там еще что-то будет быть. Он, да ладно. Он тоже нулевого уровня, так что нормально. Не, я зачем что-то не будет. На рынке. Блин, почему я прям среди игры не могу скин поменять челика? Здесь тоже, кстати, шапка. Сколько дань? Жизнь лучше. Награда один жизнь. Жизнь нафиг не нужна, если у нас это больше. Короче, больше, чем 6 нам будет. Разные, они просто появляются. Давай шапку. Да. Не, ну ладно, не знаю. Но она всем даст плюс один. Ладно, давай шапку сам тогда и наденешь. Ладно. Я буду ее таскать. Второго уровня, короче, не скоро мы его еще убьем. Надо было подождать. Давай пока тогда в третьем городе не будем брать задание. Ладно, я чуваку с вилла не пойду. Хотя, может, мы быстро починим. Чувак с вилами, это мы хотели качнуться на нем. Вон, лагерь колдуньи лучше внизу. Как раз, если твой чел дойдет, то... Чуть-чуть не доходит. Ладно, тогда я... Нажму. Еще и первый ходим. Конечно, у них скорость 50. Дачник. Теперь. Да и ладно. Мне кажется, короче, удачно всех, кроме него. Бесы с каналы. Но мы не достаем.
хорошая идея. В общем-то, нет. Ладно, давай нападем на Чуприка с Милами. Хотя у тебя 10 жизней. Не знаю, ты на раз дашь. Но я могу сделать услуги, исцелиться. Логично. Выйти и подойти. С ним, так сказать. С кого начать? С центрального. Шок. То есть он кубы не будет прокидывать или что? Один куб. Ага, дура получилась. Бога. Куб пожала. Пожала. Сосался. Что это скукожит? Давай кукожься. Пока что тут какой-то КД есть на то, что оно плохо. Это ж не было два раза подряд, да? Я не помню. Не помню, не было. Так, возьми. Во-первых, это ты забирает, это получается ученый. Да, ученый. Броня, ну на дровосек, бери. Ах, взять бы, но... Единичку больше. Уровень хаоса упал. Вон. Ой, там, смотри, ползет какой-то рост. Какой-то новый. Дай мне! Мне кажется, этот лучше. Да, потому что он с крит шансом, так что бери, конечно же. Ой, это на Дзинь. А, на Дзинь. У нас, ну, если только ученым. Я, наверное, пока ученому экипирую. Обычный бизнес. Чё, пойдем тогда беса из канавы бить. Сейчас похилюсь. Раз, два, три, четыре, пять. Давай, прокни пять. Блин. Промахнулась? Два. О. На мудрость, то есть на опыт. А, какие у нас есть? У нас есть на крит, на уклон. На уклон, на ходьбу. На ходьбу, на фокус. На фокус, на HP. И еще там какие-то на жизни, максимум жизни. На деньги. На деньги. Что-то еще. А атаку я что-то не видел. Я просто думаю, как бы. Я бы себе хотела на фокус взять. Потому что я думаю, этим персом я буду часто фокус юзать. Ну, чтобы, например, я просто хочу себе какую-нибудь книжку там, знаешь, для дебафов, для бафов. Чтобы оно, ну, так сказать, прохло. Ладно, я пока подойду сюда. И все. Потому что, возможно, я пойду сейчас погуглю. Как она называется? Стилище мудрости. Иду пока в твою сторону. Угу. Блин, я не дохожу, представляешь? Есть обычная, есть великая. 100. И что это значит?
А что значит великое? Это где такое великое? Он то же самое дает. Нет, оно не то же самое дает. Оно лучше. Непонятно. Ну, может быть, открыть нужно будет. Вот, например, вот эта штука дает плюс 5 интеллекта великое. А так оно просто опыт будет давать 25%. То есть, как бы, знаешь, 5 интеллекта, так сказать, на дороге не валяют. Ходи. Бегу. Деньги, фокус. Все здесь? Все собрались? А, он свалил, да? Да, точно. Я не хочу стиль еще мудрости брать. Читаю. Извините, но я был почту, так сказать. Ворона. Так, ну далеко, я думаю, пока не будем уходить, чтобы челика убить. Просто здесь тогда вокруг походим, можно на ворону напасть. И он еще есть. Я тогда святилище мудрости возьму это, этим дровосеком. Да. О, как великое, что это великое? Блин, прикинь, фея. В том месте, где был этот. Светив своих героев у конкретного святилища 8 раз, он получит возможность улучшить его до великого за 15 лоров в лавке открытий. А, понятно. О, серебро на уклонение. Капец. Осветить я. Смотри. Да уж. Пойдем тогда к лучнику сначала. Карманник, предотвратить сражение. Ёба. Блин, только не пизди. Какая ты ниндзя. У него 14, как думаешь, я его убью? Да убьешь, конечно. Да, ладно. Крипану. Блин, сейчас... Зло. Да. Деньги только? И что, мало что ли? Я тогда вот здесь встану. Буду доставать. Да ты не доходишь, ладно. А, ну все равно ворону бить. Лук на скорость, блин. Почему, когда я играла этими персонажами? Мне это зачем ты? Ну, забирай просто. А мне не надо. Ладно, продам. Чё, когда я играла такими персонажами, мне ничего подобного не давали. Как только взяла, блядь, вонючего мага. Давай, иди на ворону. Не достал.
А, своровала. Своровала правая. Правая? Собрать. Тебе, мне? Ну, это... Не, без нас. Пусть, наверное, ну, что оно... Да ладно, забирай ты тогда. Сходи туда вниз. О, то, что нам нужно. На да. Глаз надо пройти. 73, 75, 71. Здравствуйте. Я не дохожу. Тогда я пойду... Да что, блядь, тебе надо? Поток комбо первого уровня. Ну, туда можно зайти. Давай дровосек. Но он ходит очень мало. Ну, что поделать. Надо дойти до этой штуки. Давай тоже наверх, наверное, двигай. Ты чё, спать хочешь? Ты просто сидишь уже какой-нибудь. Хочешь попил. Так, пробую пройти. Давай... А лучше фокусы буду смотреть. Наверное, минус... Пауз, ладно. Да, снова появился. Захожу? Да. Видишь, мы сможем пройти. Я думаю, сможем. Почему нет? И не через такое проходили. Мне не надо, фигня какое-то. Странно, всего лишь 4 магических урона. Но... А почему шок? Ну вот, шок. Ну, и он у меня не прокает этот. Ты просто убиваешь? Нет. О, талант, талант. Да, пока экипирую.
набор почти. Паша, лучше палку переставлю. Пипец, да? Экипировать. А чё не... А всем даёт. А, я же могу вот так вот. У меня же этот есть. У тебя был щит. Да, вот. Я возьму дровосеку точно. Да. Брать. И у тебя на теле есть что-нибудь? Нет. Но я не могу сейчас посмотреть. Нет у меня на теле, ничего не на теле, не на башке. Тогда вот тебе на тело. Ну, лучше, чем ничего. Ну, спасибо. Он, наверное, тогда на лагерь разбой. Нет, он второго уровня. Тяжело ему покопело. Блин, чего это ползет, мужик какой-то? Ну и что-то нового. Я хожу, да? Думаешь, на лагерь разбойников? Да можно попробовать. Че бы нет? Да, мне придется обхилиться подбородкой. Ладно, тогда пойдем делать колдуни там и... Ладно. Или вообще он сверху знаком. О, до нее достаем все. Сапоги петушественника. Броня уклонения и готовность скорость. Память я за 20 наверное куплю. Ведь использовать. Тогда броню надо будет чего-нибудь передать. На поспираем. Или шляпу рыбака. Где вот это, наверное? Да, это... Я ставлю пока. Может, трубку надо выпить. Колдунья? Колдунья. Ага. Чё? Ничего. Ты же с ваншот. Если попадет, конечно. Цветочек можно побить. Так, я могу к вопросу тогда сначала сходить.
Хорошо. Вопросы пойду. О. А? Только у тебя отравление. Надо пещеру пройти. Только у тебя отравление. Да, вижу. Ну, у тебя хороший день прошел. Да, но только смыслом. Ну, просто можешь открыть вопросик, посмотреть. Да. Не дыхаю до дубастика. Можем его вдвоем убить? Ну, давай, у меня 21 HP. Придется хилиться, наверное. Или... Я пока отступила. Слушай, на глаз, у меня тут больше всех глаз. У тебя у дровосека было этот, отравление, его мало было понижено. Забрать, чуть не отказался, блин. Я достаем его. У нас третий чел достает. Да. Оу. Угнул. Он такой несет. Шестенький. Не то, что в героях третьих. Он же фурсин. Так, нормально. Не понял. Я по среднему что стрелял. Да. Бастику там отправит еще. Вон фонарь друида. У вас на голове как-то вас очень сложно, что надо проклять. Блин, ладно, 50 на 50. Повезло, повезло. Как я еще, блин, пробыл. Так, вам город. Задание. Мешочек с трутом. Угу, давай. Вот это даль. Ну, пока нам туда дойдем, блин, покачаемся. Так, а на рынке что? На рынке как минимум тут труп извяза сразу. Лайчка, а там, блин, циркачам не меню. Че, для меня ничего нет, что ли? Ой, ворот. Ты, кстати, этот не использовал. Кого? А, карту, да. Карта сокровищ. Давай, каюсь. Видите, городок, он еще... Да, не прям, да, прям плотный. Блядь, не дойду. Там хороший день. Надо вниз еще к челику спуститься будет.
лагерь разбойников. Такое привидение. Да. Либо блин стреляешь. Сейчас мы отхватим. Блин, проклятие. Три. Я убью его. У тебя нету, что ли, щита? Никакого надеть начало. Никакого нет, кстати. У меня какой-то был, я тебя передам. Серьезно. Давай ты другое оружие возьмешь. Промах, перезарядка, промах. Возьми другое оружие, это да, не для тебя. А папка не для меня. Уже новый персонаж. Вообще не наносит урона никакого. Факту. Я тут прошу их на себе глаза. Тут были бороться. Бля, я тебя попросила переодеть оружие. Да, возьму. У тебя на ногах что-то есть? Там какое-то полнейшее говнище. У меня есть же этот плюс интеллект. Пенешки с тобой. Надо вниз нам. Там несколько разбойников. Да. Нам сначала нужно задание выполнить. А, да, нижнее задание. Я про него вообще-то прийти говорю. Не, у нас еще наверх просто тут задание было. Ну, просто внизу оно же скоро закончится. Угу. Через карманник пойдем. До сундука не дошел. Шел к сундуку и не дошел до него.
так, центральный получается, да, спер? Да. Бьем центральный. Мне кажется, больше это пистолетом вносил урона. Я у меня ничего нет на башке. На, возьми. Пока что. Астролябию отдам дровосеку. Хорошо, спасибо. Так, а я тебе ботинки отдам. Я нам, ну, все-таки пока... Спасибо. Что ты? Экипирую мушкетом, потому что... Там... Ладно. Там больше вносит. Так, ты достаешь. Крысу. Надыхаю, бля, прикинь. И мне не хватило. Разбойник или разбойница? Разбойницу. А в смысле кофе попил? Это без кофеина он был, ты чё? Не знаю. О. Моя лучше. А они с такой ценой? Ну, у нас уже есть такая. Ну, у меня может ученая надеть. А, да. Так, малыш. Ок. Блять. О, круто. Так, ну мне не надо, у меня есть. У двоих. Шляпа из фольги. О, карманника еще можно.
Блин, там так смачно эти два вопросика. Я иду. Да. Стой, ладно. Вот есть свиток определения, пусть определит вопросик, чтобы не бежать. Ладно, я попробую. Никогда их не использую. Ага, на силу, а второй? А у меня только один свиток. М. Это на силу. Второй, не знаю, нужно. Вот сюда встану. Серьезно. Третьего уровня мы не пройдем. Пойдем. Ладно, потрачу безбородку. Надо мне ее идти. Ни хрена себе. Раз в 100 лет и как, так сказать, палка стреляет. Там мужик или подползает. Что мужик? Подползает на шкале. Ага. Ну, ты Так, берешь? не, я... Да, я просто твой экран смотрел. Чё, и всё? Чем туда подошел? Ну, здесь лучше ты дела. Я не хочу убить. Может, мы просто наверх пойдем? Ну, вопросы сейчас тогда сделаем и пойдем наверх. Ну тогда я тут подожду. Похилишься? Ладно, давай. Много его было. Да, я помню. Он не может один куб выкинуть при 84 интеллекта. Не знаю. Возьми себе. Ставлю на всех перекрестках засад за каждым поворотом Блин. дороги. Ни одна полоска не доберется до местного назначения без потерь. Дороги принадлежат мне. Что, блин, к нему идти тогда придется. А где он будет? А, он прям рядом. Он рядом, да. Все, побежали. Правда, 4-го уровня. А 4-го не. 4-го мы не убьем. А на ком здесь можно отпуститься? Не на ком. Он слева лесной, вот в огненный вяз может. О, вот лесной тролль есть. Да, лесной тролль, лесной мистик. Ладно, пойдем туда, да? Да. А почему у меня 8? Кубы. Не знаю, 8. Что случилось. Тогда раз, два, как там, где? Вот здесь, да, могу встать? У меня уже дальность боя.
я встану тут. Твою мать. Ну, он появился внизу. Что раньше они так не появлялись? Может, сценарий такой? А. Что делаешь? Да. Это сейчас гад не дойдет. Ты пропустил? Нет. Это просто я тупой. Я почему-то думал, что сейчас мой дровосек будет ходить. Бля, ты издеваешься, что ли? Не, у меня просто не дошел дровосек. Блять. Почему он не может выкинуть один? Да, все очень странно. Мог бы раньше выкинуть. Вот. Тебе нужна броня? Да. Хотя нет, может лучше возьмешь себе. Насмешка над врагом это что? Это, ну, заагрить на себя возможность. А, ну, заагрить? А да. Насмешка это не руинит кубиком? Нет. Нет. А руинит кубик. А, отвлечение. Отвлечение, да. Не, возьми дровосек. Ладно. Я не хочу, чтобы он меня отвлекся. Это одноразовое. Да, не знаю, возьми себе. Так. Перевод дровосек. Вот здесь встал. Нет, блядь, почему я не могу отменить? Встаешь до боли. Или не надо? Не надо, я хотела отхилиться на 13 жизней. Ты спишь? Нет, еще пока. Хочешь, да, паузу делаем? Нет, просто ты сидишь, ничего не делаешь. Давай, а, паузу. Блин, я тут почему-то это... Давай паузу сделаем. Нет, походу все, ты уже не с нами.